с вами Денис Кочерга, Казуку Фэмили, и мы проходим такую старую, древнюю, олдскульную игрушку, как Шрек 2. Дело близится к финалу, поэтому мы, в принципе, посмотрим, что нас будет ждать в конце. Это игра моего детства, поэтому посмотрим, ну, чем она мне нравилась, но понятное дело, что в этом году, естественно, не будет тех впечатлений, которые были в тот раз, но, как говорится, погнали. Вот и все. Вперед. Такс. О, да. Хм. Забавно. Та-ра-ра. Пам-пам-парарам. Па-пам-пам-пам. Такс. Оу. Как страшно. Ну да, типа того. Тут ловкость рук. Но если кто понимает, о чем я. О, тут. Теперь. Прекрасно выглядишь, Рэд. Уже бегу, осел. Нужно еще кое-что запаковать. Встретимся снаружи. Повтори разочек, чувак. Нам что, повторять одни и те же строчки снова и снова? Ха. Такс. Dance, 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 pull, dance. И что дальше? Даже так. Пам-пам-пам-пам. Ух. Охранен. И вооружен. И что дальше делать? Та-дам. Та-дам. Там-пам-пам-пам. Так, и чё? Только посмотрите! Потайной вход? То есть я бы не догадался, да, что надо сюда вниз, да, типа того. Опа. Классно выглядишь. А, крыса, забавно, классно. Классно выглядит крыса, ты дебил. И вот еще один упал. Прекрасно. Наверное, надо было игру назвать «Дезинфектор против крыс». Да. Пам-пам-пам. Дебил? Кто бы меня назвал? А ты такой... Типа, боишься быть красавчиком, да, Шрек? Класс. Пам-пам-пам-пам-пам. И чё, блядь? Я люблю летучих мышей. Нас... Берись, мышка! Ха. Пока они не стали вампирами. Блейд. Точно, Блейд. О, Dark Souls, давай вперед. Опа. Чё там крутишься, чувак? Ты завис, идиот. Не, махай себе дальше, окей? Придурок. Ну да, да, конечно. Бля, я через тот момент пройду, который... А, их еще и пошло нас. Да ну нафиг, опять та же хрень, которая заосла. Класс. Я должен... Блин, и сохранения не было. Шикандос. Да, я понимаю, что это смешно, но это не забавно, ни хренушки. А забавность заключается в том, что сохранение далеко нафиг. Ну, почти. О, я не умер с такой стороны. Опять с этим мудаком. Что за? Да, только не опять. Защищайся. Ту-ту-ту-ту-ту, босс, 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 хуесос. В почку, нахуй. Та-дам, та-дам. Чё, с двух ударов? Беги, Форест, беги. Типа ты гей? Ну да ладно. Привет, десерт.
Я и не знал, что ты меня есть обслуживание в Коберо. А, ямы! Это не десерт, осёл. Ха-ха. Это секретное оружие. Секретное что? Пекарь уже приготовил его для нас. А может нам атаковать замок? Атаковать что? Мяу. С ванильной глазурью и жевательными конфетками. Хм. Кто его будет бояться? Ой, ладно, вот. А можно мне жевательную конфетку? В драке они ему все равно не пригодятся. О, самые пи... Внимание! У нас идет огромный кусок слова пряника! Ха-ха! Зарядить пушки молоком! Всем приготовиться! Началось. Какие приказы? Рэк, какие приказы? Пальки сломаем ворота, соберем клоуна, а в остальном позаботимся о потом. А, это эпично выглядит. Даже, даже сейчас. Вырывай деревья и бросай их! Это же только реквизит! И куда кидать? Давай двери, через которые выходят рыцари. Начался пряничный век. О нет, я знаю, знаю. Нет! Умри, гастрономическое чудище! Крах отступает, когда по венам разливается кукурузный сироп. Я крошусь. Непереносимость лактозы. Я не переношу лактозу. Ой, крошки. Что за... Остановите это! Скорее вали стены, чтобы прорваться в зарубок. Вот тебе маленькая подсказочка. Уворачивайся от молока. Что за... Если ты не торт, то ты ничто. Берегись! Ого, видел, как они втопили? Они не поискали. Эй, да! Ворогай, выноси ворота! Забавно, забавно. Вали! А где второй? Бери второй. Помогите, помогите мне, помогите! Помогите! Ха-ха-ха. Блин, если бы я сразу понял, это что делать. Углевод. Я парня в глазури, это совсем не плохо. О нет, я знаю, знаю. Давай еще трамвай, блядь. Ну. Давай. Аллилуйя, аллилуйя. Я крошусь. Я крошусь. Наркомания, честное слово. Да давай, бери. Да, ты спишь, точно. Да... Да сколько раз убивать это все, ну... Огромный торт пожирает наших возлюбленных. Ой, крошки! Они не выстоят против имбирного пряника! Умри, гастрономическое чудище! Остановите его! Ого, видел, как они втопили? Бойня! Иди, у тебя день рождения! Давай, лейте быстрей! Боже! Ой, берегись молочных бомб! Помогите! О, нет! Смерть от печенья. Ломай коробопульты! Против тебя им не устоять! Ужас. Милашка. Да вали. Можно нам забрать молоко? Это в самом деле? Ужасные доильные аппараты. Коробопульт, папа. Осторожней, от молока тебе будет плохо. Я о многом слышал, но это просто смешно. Завалим его, товарищи! Коровопульты! Фигня! Не води машину в состоянии отмолочения!
Да вали. О нет, я каю, каю. Ну вали же. Пойдем, Фиона где-то здесь. Чуть не проебали, блядь. Та-дам. Тан-тан. Надо найти эту свадьбу и спасти мою любимую женщину. Ну, вот и зал. Разве не здесь обычно проводят свадьбы? Нам будут подружки невесты. Придется этим заняться. Жди здесь и прикрой мой зад. Я очищу нам дорог. Дон-дон-дон. Давай. Че, не сюда, что ли? Не думаю, что заслужил это. Так. А чё тут вообще? Может, сюда нам? Нет? То-то-то-то. А чё, это обходной путь, что ли? Походу, что да. Да, ладно, пофиг. И чё дальше? Это что такое? Курица? А куры тут при чём? Забавно, забавно. Ну, это понятно, открывание тупых дверей. Армия тупых чуваков. О. Та-та-та. Зато музончик четкий. Так. Нам сюда. Давай, давай. Тра-та-та-та-та. Чем заняться летом? На дворе трава. А мы бьем ящики, потому что нам хана. Ква-ква-ква-ква. Такая же эпичная курочка, как в Resident Evil. Ну, это вряд ли. Ну, да ладно. Кто знает, тот поймет. Блин, если бы Dark Souls так убивали с рыцаря, я бы угорнул. Режим Еси Пусси. Чё, всё, что ли? Да, не жирно, не жирно. Ну, давайте нам, что ли, финал покажите. Отвали! Оу! Джек! Ты! Оставил приглашение дома. Потанцуем, бабуля! Ты счастлива! Отбивайся от заклятий мечом. Так написано в руководстве. Выше головы не прыгнешь. Но. У тебя серьезные проблемы. И чё, как брать? Вместе покруче тебя. И чё дальше? Чё ты, бабка, не умираешь, а? Давай, ну. Хватит брать моё время. Чё ты не умираешь, я не пойму, а? Ты вырубил её. Бей её, пока она лежит. А, вот. Жри, 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 жри. Бля, пока поймешь, как бросать хавчик. Но. Надо выкуси. Ну давай, выкушу, выкушу. Ну. Да ё-моё, чё-то. Я могу швырять в нее еду. Да, еще непонятно как. Еще не сразу получается. Забавно, забавно. Ну давай, бабуля, быстрее ноги, ешь хот-доги. Беги к столу и с помощью правой кнопки мыши хватай еду и бросай в неё. Вы что, офигели? Красно выглядишь. Еще рыцарей не хватало, мать твою. Я иду к Фионе, ты меня не остановишь. В смысле, брать? Почему берется не правой кнопкой, а левой нахрен, а? Та-т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 а
Да что не с первого раза получается, блядь? Не поймешь, какой кнопкой нахрен бить. Будет больно.
Да-да-да, конечно. Как бы ты ни скакал, от меня не убежишь. Твою мать, это чё, готика, что ли? Я начинаю понимать анекдоты про тёщу. Ца, в точку, чувак. Мне это понравится. Иди в жопу. У тебя серьёзные проблемы. Ну, конечно, конечно. Я в бешенстве. Прекрасные новости. Ещё с половиной не управился. Давай, милый. Ой, цыпочка. Не бойся за свои тёщи. Прекрасно, Шрэк. Да бей ты ее. Где обычный удар? Дура тупая, ну. Да давай. Да чё? Чё ты там подпёздываешь? Здорово, держи это подальше от меня. У меня есть жезл. Я не побоюсь его применять. Жезл, да? Я, у меня тоже жезл есть, но я не хочу показывать. Игра-то не 18+. Блин. Выше головы не прыгнешь. Да хватит, давай, блин. Выше головы не прыгнешь. Ты что творишь, дура тупая? Блин, я ж не знал, что ты таким... Это Шрек. Но... Давай, чуть-чуть осталось эту бабку мутузить. Ну, почти, блин. Давай, ну. Хватит тратить твое время. Да, ты мое время. У тебя серьезные проблемы. У тебя серьезные. Все выглядит. Давай. Слушай, ты вырубил ее. Брось ее что-нибудь. Ну, чуть-чуть же осталось. Давай, давай, блядь, давай. О, господи, детская игра надоедает уже, пиздец как. И вот еще один упал. Может, ты сейчас и симпатичный, но мы это поправим. Выпусти. Спасибо, спасибо большое. На-ка, выпусти. Я король, мне нужно что-то сделать. Понятно, надо просто подождать. Банально. Почти, почти, я убил тебя. Ты проклянешь этот день, когда связался со мной. Корольчик. Но. На-ка, выкусь. Да не надо мне я твой шарообраз. Тебя. Кто? Бабки? Покруче меня, ну да. Я выше головы не прыгнешь. Давай, сдохни уже. Ну-ка-давай. Проверь меня! Эй, я, похоже, нашел больше. Вообще-то ты просто регрессируешь к своему обычному состоянию. Мяу-мяу-мяу. Посмотрим, кто дойдет до Шрека 3. Я, может быть, и осел, но я не какой-то пони. Все гораздо сильней. Ну, Фиона, а вот и твой прекрасный принц. Он пока не здесь. Ха. Здесь. Да уж. А как насчет обещанной счастливой жизни? Финал. Так. Так, людоед и принцесса вновь воссоединились. Воссоединением Шрека и Фионы чары феи разрушились, все вернулись к своему первоначальному виду, и свадьба продолжилась своим чередом. Фейерверк вспыхивал всю ночь. Никто не собирался спать. Ха. Ладно, я надеюсь, вам понравилось, в принципе. Но все-таки это на память финал моей старой любимой игры. Вот, я также планирую вернуться к Гарри Поттеру. Devil May Cry, Resident Evil, еще много чего интересного. С вами был Денис Кочерга, Казоку Family, ребята. Всем удачи, всем пока.